Добрый день, меня зовут Наталья, я главный инженер проекта в компании «Росэкстройпроект». Сегодня я провела целый день на конференции Autodesk University в городе Москва. Для меня это вторая конференция, и впечатления, конечно, очень яркие. Хочу акцентировать внимание на том, что появилось гораздо больше профессионалов в своих сферах, которые используют современные технологии при проектировании, которые стремятся решить сложные задачи, поставленные перед ними заказчиками. Также огромное спасибо компании Autodesk. Они представили достаточно обширную информацию про свои программные продукты. Много нововведений в программах. Для себя отметила программный продукт, который позволит на более понятном языке общаться с заказчиком. Ну и, конечно, представлено очень много сфер, где применяются современные BIM-технологии. Это и большой блок вопросов по строительству, использованию BIM-технологий на стройке, большой блок вопросов по производственным объектам. В целом конференция очень интересная. Для себя я отметила ряд интересных моментов. Хочу отдельно сказать спасибо коллегам из Центра государственной экспертизы города Санкт-Петербурга. Они достаточно подробно и понятно рассказали, какие условия будут для BIM-объектов при сдаче в экспертизу, какие требования они будут предъявлять, какая у них будет степень детализации для них. Для себя, как для ГИПа, отметила, что, понимая, что объект пойдет в госэкспертизу, нужно, конечно, прорабатывать вопрос этот изначально с заказчиком и понимать, какие требования выставлять в техническом задании и в каких программных продуктах разрабатывать проект. Конечно, было очень яркое представление строительства аэропорта города Стамбул. Объект действительно грандиозный, и у заказчика дальнейшие перспективы очень серьезные. Ну, могу сказать, что реализовать проект за 42 месяца в такого масштаба – это, конечно, огромная работа, слаженная работа специалистов во всех областях.